Значит, поскольку больше я Эльфкина читать не буду, поскольку Эльфкин должен читать себя сам, я хочу прочесть еще одного провинциального автора. Вы его все знаете. А прочесть я хочу обязательно, потому что это уникальная вещь, у меня еще два иноязычных ответа. Это автор из города Нижнетагила. Я полагаю, что все его знают. Мы связаны с дружкой, но это не лучший бой. В прощании и прощении, и в смехе, и в слезах, когда трубач над Краковым возносится с трубою, хватаюсь я за саблю с надеждой в глазах. Потертые костюмы сидят на нас прилично, и плачут наши сестры, как Ярославный след, когда под крик гармоник ходим мы привычно сражаться за свободу в свои 17 лет. Прошу вас прощения, заранее прощания, за долгое молчание, за поздние слова. Нам время подарило большие обещания. От них у нас, Агнешка, кружится голова. Над Краковым убитый трубач трубит бессменно. Любовь их безмерна, сигнал тревоги чист. Мы школьники, Агнешка, и скоро перемена. И чья-то радиола наигрывает твисты. Булат Шалчик-Уджава, посвящение Агнешке Осетской. И два ответа на постном. Читать не буду, это в лекции.